я хочу сейчас замостить все, как вчера мы делали, штукатурочкой обычной. Налила себе теплом Юнис белый болт. Беру сейчас маленький, вот гладилку возьму, белоту у меня нержавеющая 27 на 13. Пластиковая ручка у нее облегченная. Сейчас мы с вами быстренько замостим. Низ гладилками маленько нанесем, а побольше гладилочкой. Вот у меня тут 50, 60 сантиметров и 40. Вот, излишки снимем. Потому что вот гладилка, ребят, она намного толще дает слой, чем если бы я шпателем мало взяла. Поэтому я вот применяю в последнее время гладилочки. Вот. Это легко. Вот так наносим. А потом возьмем побольше гладилку и излишки снимем. Так, сейчас смажу. Наносим. Она в углах хорошо подходит, ребят. Когда углы я делаю, или под подоконником. Вот она под 90 градусов. Это Леруа. Можете купить ее на весь наличник. Это нормально, в цене там 256 рублей. Очень удобный. Так, мажем. Сейчас будем, ребят, излишки снимать. Побольше. Как бы в сценарии можно держать вот такую гладилку 27 на 13. Ну, вот это можно 38 на 13, которую мы вчера выпили. И звучит на ребят 60. Вот это лет 10 точно. Так, ну что, ставим и излишки снимем. С вами не хватает. Вот сюда кладем раствор, и потом его будем снимать. Вот так кладем. То место, где его не хватает, маленьким. Маленькая вот эта шпательная лопатка. Части.
вами гладилочку, две руки и пошли вверх к теням. До конца, ребят, тогда сейчас наведу еще раз торчик. До конца замастим. Так, ребят, навела я себе цикленную вверху. Вот ведерко. Так, ничего. Накладываю и большим потом. Большую гладилочку потом снимем. Конечно. Потому что перемешать надо первоначально очень хорошо. И потом в ходе работы. Ни воды вы не можете добавить, гипс, ни раствора. Вот один раз перемешаете, в тот момент можете что-то добавить. На этом все кончается. Дальше вам надо в течение часа выработать раствор. Получается где-то миллиметр 3, чем меньше вот этой, ну вот этой, 27 на 13, самый толстый слой. Шпателем вот такой слой не сделайте. С вами гладилку 60 на 13, вот это была 27, два раза длиннее. Ля-л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 я
хорошо, все хорошо. Так, ну что, ребятки, пускай сохнет у нас тут с вами эта сторона. С той стороны у нас с вами шпаклевка, с этой стороны у нас штукатурку мы протянули с вами гладилками. Вот, пускай все сохнет. Завтра будем шпулить стороны. С той стороны будем уже грунтовками наносить, с этой стороны что-то придумаем с вами, чем еще заняться. Вот, ну ладно, ребят, давайте, всего доброго. Подписываемся, пишем комментарии, я это очень жду. И подписываемся в других соцсетях. Мало ли чего. Давайте, ребятки, будьте здоровы. Пока!